Михаил Игнатьев встретился в выходные с главой Россотрудничества Константином Косачевым. Константин Иосифович привез небольшой, но очень ценный подарок – пропуск на Красную площадь в день встречи космонавта Андрияна Николаева. Глава Россотрудничества признался, что коллекционирует все ценные бумаги, датированные годом его рождения – 1962. Константин Косачев просил передать Чувашскому музею билет на имя Долгова, который в 1962 году стал участником встречи с первым чувашским космонавтом. Михаил Игнатьев в знак благодарности попросил передать хранителям этого проходного билета часы с государственной символикой. Мне показалось, что это может быть интересно музею. Здорово. А для нас это, вы знаете, еще раз воспоминание о великом сыне чувашского народа Андрияне Николаеве и о том, как страна относилась к этому подвигу и к своему сыну.